Саздека, кстати. А мне, по-моему, сегодня что-то Саздека приходило. Я за рулем был, так мельком глянул, я даже не понял. Неужто ко мне пришла посылка Саздек? Да, блин! Стоп! Черт побери, мне и правда пришла посылка из Дека. Эй, здорово! Чуваки, если вы... О, легенда! Легенда! Человек, который, можно сказать, знакомил нас с Ютубом. Дорогой сердцу, настоящий мэтр отечественного Ютуба. Дорогой наш господин Нефёдов. Как же я все-таки его, именно как автора, ценю и уважаю. Мне не важны все эти блогерские терки, разборки, все вот это вот перемалывание говна. Абсолютно неинтересно и не важно. Куда важнее вот именно то, что Нефёдов сделал для русского Ютуба. Он, как и многие другие ютуберы его эпохи, можно сказать, родили блогинг, который мы сегодня имеем. Благодаря человеку вот этому, в частности, я помню, ну, самое лучшее все-таки вот из всех продуктов Омского ТВ, все-таки я больше всего, мне понравилась передача «Что за шоу?». Была такая передача, было, блин, круто. Даже «Школа блогера» и все остальное, это все, конечно, весело и прикольно, но все-таки «Что за шоу?» было, пожалуй, самым забавным. Хоть там и не было Нефёдова, но мне так понравился этот проект, жалко, что он все-таки... закончился буквально несколькими пилотными выпусками, так и не получил большого развития, хотя проект был действительно интересный, его бы просто маленько доработать, но юморок там был что надо. А что с тачкой? Ай, наебнулась ступица задняя правая. Вот так вот, печально. Так, ну посмотрим, посмотрим. Тоже так же, как и я, ждете Windows 11 и не можете дождаться, то вот этот школьник уже установил. Сейчас посмотрим. Ну а если вы соскучились по летсплеям, которые я, к сожалению, вести не могу, но я пригласил дедушку. Можете посмотреть, если вам понравится, то дед будет их делать. Многие просили дисклеймер, пожалуйста. Только осторожно, дед, блядь, пиздец жесткий, он такие шутки шутит про негров, про письки. Как непривычно, когда дедушка говорит за молодую девочку, блядь. Дедушка молодых девочек, сука, видел только в 38-м, блядь. И то раком, блядь, сзади. Перед лица не видел. Нахуй мне лицо, я что, за лицом к ним шел, что ли, блядь? Про кровяку и кишки. Короче, он очень жесткий. Когда-то я был таким, но теперь не могу. А мой дедушка может. Блядь, проходить, нахуй, блядь, дисконер, пройдем. Вдоль и поперек всех отпиздим всех. По стелсу пройдем. Заткнись, я разговаривать и не видишь, блядь, дедушка разговаривать, сука, блядь, отца. Подписывайтесь на каналы. Ссылка в описании. Мне уже отправлено в пути. Уже едет SSD-шечка, поэтому скоро и у меня появится на канале дедушка. Погнали, посмотрим! Видео называется, короче говоря, переустановил Windows. Жан-Клоп, стоп-кран, как твое, ничего, давно не видел, как-то тебя задела ситуация, ты понял, что YouTube не одобряет. Не понял, что, если честно, абсолютно. Окей. Спасибо, ребят, спасибо за поздравления. Екатерина! Ваше здоровье, любовь моя, за тебя поднимаю бокал. Короче говоря, я переустановил Windows. Поля, переустановил. А также, друзья, заходим, подписываемся на канал, если ты любишь, короче говоря. Это был Апи, это был вторник. Ой, это же возрождение школа блогеров. 330 выпуск, пиздец. Это был Апи, вторник. Чувак немножечко заговаривается. Дружище, напиши текст на бумажке. Мне это было делать с момента, как я сижу за компьютером. Чё? Медуиная кока, я сижу за компьютером, под кокой. И вдруг, неожиданно, обновление от Windows 11. Обновление пришло в текстовом документе, охуенно. Господи. Вынь чупа-чупс изо рта, когда со мной разговариваешь. Спецоперация задела тебя как-то, по ютубу спрашиваешь, просто касаемо дохода в России. Конечно, задела, да, дохода нет от слова совсем, там, $100 в месяц, и те, блядь, мне не приходят. А тут еще и Google российский объявил себя, готовится себя объявить банкротом, что, скорее всего, говорит о том, что нахуй он пойдет из России скоро. Его наши власти люто задушили, поэтому, короче, скоро совсем Ютубу придет пиздец, на самом деле. Надо готовиться, что он точно будет ликвидирован в России. Вот, это, конечно, все печально, но, блядь, жизнь-то на Ютубе не сошлась клином. Поэтому не страшно. И вообще, мне одному ни разу не приходило обновление Windows в блокноте. Блин, а это тогда что? Ё-моё! Да! Да!
Блэд, не работает, срань! Я думал, что это обман, но я хотел убедить, что это не обман. И как же ты убедился? К сожалению, он тот файл удалил, ну, жалко. Ну, впрочем, похуй. Я решил позвонить своему... Я взял телефон, почему я долгое время брал трубку. Я рад, что решил позвонить твоему другу. Зачем у тебя в углу бумажка? Экономия, прокладки женские, впитывающие, блядь, что... Будем выращивать ганджубас, лишь бы только если бы его... Не, если бы его легализовали, я бы моментально купил бы себе книжку Хорхе Сервантеса, построил бы великолепную гроверскую теплицу с отделом для клонов, с отделом для рассады, с отделом для взрослых растений, завел бы охуительную ферму, и просто был бы главным поставщиком самой хорошей индики и сативы на юге России. Но, к сожалению, в нашей стране это незаконно. Поэтому все, что я могу выращивать, это фикус. Но он не прет, зато поднимает настроение. Потому что все, что в доме находится живое, всегда настроение поднимает. Поэтому я радуюсь фикусам. А так, конечно, было бы неплохо, если бы в нашей стране легализовали это дело. Было бы круто, но, увы. Это нахуй такое, зачем? Ну, где ты за пару минут, там взял трубку. Алло, привет, ты же у нас мастер в компьютерах? Помоги мне, пожалуйста. До доната, я думаю, что еще не дошла. Я еще не так много донатов проверил, потому что я не успевал просто всем подряд отвечать. Сейчас уже как-то немножко подутихло. Меня даже Паша Демон поздравляет. Спасибо, братан! Даже Пашка Демон, вспомнил про меня и поздравил. Видите, я же говорю, он хороший парень. Он отзывчивый и добрый человек на самом деле. Жирный, балдежный. Балдеж! Тебя оставаться лучшим блогером России. Спасибо. Кстати, ты недавно спрашивал, что такое фурия. Так вот. Да я знаю, что такое фурия. Я угорал просто, Нифига у меня... Майка уже мокрая, смотрите. Тут же жарища просто. Я же сижу запертый. Я закрываю окно, закрываю дверь, чтобы не было шума соседям и так далее. Я не могу включить вентилятор, то что будет слишком... будет дуть, в микрофон. Это будет не кайф. И поэтому я тут просто изливаюсь от жары. У меня вся спина уже, кстати, в потнице из-за того, что я потею на этом кресле. И тут просто все мокрое. Вы не представляете, в каком аду я сейчас нахожусь. Но, это круто. Я люблю жару, заебись. И говори, то, что у тебя сломался компьютер. Я тебе чинить компьютер не буду. Чувак реально изображает хакера из 90-х. Еще скейтборда под мышкой не хватает. Да не в этом дело. Скажи, у нас есть Windows 10 11? У меня на стриме жары не будет, кондёр... у тебя на стриме будет бухло, будет похуй, жарко или не жарко, вообще плевать. Windows 10.11? Нет, такого нету. У нас есть Windows 10 18.03. Жалко, не 17.03. Все, я тебе не рекомендую его устанавливать, это обман. Рискни попробовать, но я тебе не рекомендую. Что за дружеский совет? Да, чувак, ты можешь установить, но я тебе не советую, установи. Ха-ха-ха, ему пизда. Кстати, HTC One X, раритетная хуйня. Он сбросил трубку. А, по ушам, прямо потише, можно? Но он не верит, что это обман. Он думает, что это обман. Да нафиг это. Пусть не будет. Короче, просто великолепнейший сюжет. Ребят, я не буду это досматривать. Я прекрасно знаю, что это лютая кринжатина. Кстати, а что я... А, это перезаливы. Не, на перезаливы я не подписываюсь. Я подписан на самого Нефёдыча. Спасибо дорогому дедушке Нефёду за счастливую юность, за счастливое детство. Спасибо большое за крутые видосики. Огромный ему респект за то, что он продолжает радовать олдов излюбленной рубрикой. Огромное спасибо. Так, а что ты планируешь вообще по Ютубу? Жить-то на каких деньгах, не огонься, не секрет? У меня проблем с этим нет. Я занимаюсь фрилансом, я довольно рукастый парень, я без работы никогда не останусь, я вообще не парюсь. В конце концов, в Яндекс.Еду пойду на доставку. Мне вообще насрать. Закроют Ютуб, я найду себе всегда работу. Я никогда в этой жизни не парился насчет того, как, мне жить, на что мне, как мне работать. Я всегда найду себе работу, поэтому вообще глубоко насрать. На Ютубе свет клином не сошелся. Я не из тех, кто закрыли Ютуб и все, ебать, что же мне делать? Пойду на другую работу вообще. Я не брезгую никакой работой. Вообще похуй, на стройку могу пойти. Похую вообще, пофигу.
Поэтому абсолютно не парюсь. Работы у меня и так хватает. Плюс я веду потихоньку бложек на Яндекс.Дзене. У меня впереди в планах еще много новых интересных форматов. Вот я вернусь из Самары, займусь новыми форматами. Все будет тип-топ, все будет на мази, все будет круто. Поэтому не парься, братишка. И тебе тоже советую не заморачиваться, не зацикливаться на Ютубе. На нем свет клином не сошелся. Мы в любом случае без работы не останемся. У меня есть знания, у меня есть связи. Так что лично я вообще не парюсь. Поэтому пофигу. Сейчас, конечно, пока еще YouTube мой основной доход. Моя основная работа. Но все больше и больше он становится все как бы меньше и меньше, я начинаю с него получать. Поедем дальше. Кинематограф. Любовь Станичная. Автор сценария и режиссер Любовь Станичная. Предыдущий сериал. Безработный Архипыч постепенно начинает подозревать, что его жена Агриппина ему изменяет. Ты где была? Фу, сколько вас стоят? Столько сена накосила, аж ноги трясутся. Тем временем его брат Прохо разрывается между любовью к Татьяне и любовью к Родяре. Разрывается между любовью к Татьяне и любовью к Водяре, блядь. Лучший панч этого стрима, блядь. Отчаявшаяся Татьяна не находит поддержки в лице местных жителей, потому что вся станица на стороне Водяры. Это оказывается страшным ударом для Татьяны. Она собирает все свои вещи и выкладывает их на Авито. В тот же день баба Нюра выходит из комы, в которой она пролежала 70 лет. Узнав, что Сталин умер, баба Нюра снова впадает в кому. Дочь атамана Авдотья, собирая грибы, случайно замечает купающегося в реке казака Степана. От увиденного Авдотья теряет сознание и девственность. Атаман узнает об этом и лишает девственности Степана. Дед Илья... Это не USB случайно из Comedy Club? И бабка Евампия сообщает сыну Абдул-Хабиру, что он не их сын. Абдул-Хабир в шоке и проклинает стариков. И сам того не понимая, произносит заклинание Вуду, которое поднимает из комы бабу Нюру. Где Сталин? Сам того, говорит, не понимая. Они не смогут тебя ёбнуть в голову на скорости. На меня не нападали, но меня пиздили они как-то раз. Чипсы на море. Ну, короче, на рыбалке бывает нападают, пиздят хлеб и так далее. Ну, чайки прикольные птицы. Удалой казах Борис признается Филимону, за что его так сильно любит Евдокия. В свою очередь Филимон признается Борису, что он еврей. Случайно эту беседу подслушивает бабка Агафья, которая признается им обоим, что она Агафон. Сука, великолепно. Любовь Станичная. Косвенно эту тему задевал. Ура, нашему папе 26 лет. Но почему это...